то это будет как бы небольшой такой вот отчет уже финальный. Видите, у нас уже вот и зелень, и каштан начал распускаться, вот уже цветы начали цвести. Вроде убрали все, армия убрала вот здесь. Вот, вроде бы уже зелень потихонечку все восстанавливается. Вот. Вот у меня стоит вот здесь вот, вот он, орех. Вроде бы он такой вот сухонький, нет, он начал уже распускаться. И это могучий такой вот орех, у него даже целая история. Его, видите, хотели, внизу там есть такая полосочка, и вы хотели отрезать, разубить. Не поделили соседи орехи, они были большие, крупные, и не поделили, кому собирать. И вот решили его срезать. Но выжил. Вот. Вот это вот большая ветка тополя. Вот сейчас в зимнее время, то, что была стихия, он наклонился на орех. И вот эти вот березки тоже наклонились на орех. И вот так они стояли, выстояли. Ну, и там... А дальше по видео у меня просто будет такой вот, как бы, отчет. Ну и дай бог, чтобы на этом закончилась наша стихия. Но жизнь продолжается, и она непредсказуема. Обязательно мы что-нибудь еще. Либо природа, либо наши умные головы подсунут. Смотрите, такой вот отчет небольшой. Вот я вышла из подъезда. Вот у нас тут вот. Вот тут. А вот вообще удивительные вещи. Ой, я иду, тут капает везде кругом. Вот пенек. Вырвала его с корнем. Тут вот береза торчит, а сирень. Вот. Ветка. Сейчас вот шлепнется. Сирень выжила? Интересно. Сирень выжила. Тут вот у нас завалы тут. Вот лежат какие-то провода кругом. Нужно быть очень аккуратным. Не знаю, что здесь. Вот. Идем сюда. Теперь. Да, вышло последствия. Даже не знаю, когда уберут. Сегодня воскресенье. Вот куст полностью лег. Здесь у нас дорога проходит, ну вот. Такие пенечки, вот опять провода торчат, висят. Сейчас тут пройду тихонечко. Уже тает, и снег лежит, но в принципе тепло. Вот такие завалы по дороге. Вот какими, какие бревна, просто вот бревна. Ломало как. Я хотела вот что показать. Вот здесь вот просто вот. Смотрите, какой чистый аж пенек. Вот как отрезало, смотрите. Вот. Это все, конечно, надо убирать, срезать. А вот это вот шикарные кусты сирени. Она цвела, невозможно поднять. Невозможно поднять. Может быть, после снег сойдет и можно будет поднять. Яблоня отцвела или вишня. И вишня, и все. Это дерево надо срезать. Такие завалы, тут провод. Ну, надо быть осторожным. Аккуратно, вот провод тут висит. Вот как дерево раскололо. Тут
тоже провод. Нужно быть осторожным. Вот как дерево тут лежит. Вот провода тут. Вот там все лежит. Тут вот все завалит. А еще скоро не уберут. Ну вот так вот, да, тоже вот ветки. Вот все еще там, все сломано. Просто береза вон как сломала полностью. Тут вот деревья тоже все положила. Здесь все было зеленое. С корнями. С корнями вот положила дерево. Захотела бы так, и не получилось. Такой был уголок из сосен. Такой уголок. А здесь цветы как-то сохранились. А что это, яблони, что ли? И на яблоньке цветочки сохранились. Смотрите. Вот сосна улеглась. Улеглась на провода. На провода. Улеглась на провода. Это столб упал. Тоже на проводах держится. Вот так на проводах висит. Но цветет. Вот тоже проходы закрыты, висят провода. Вот будет еще висеть неделю тут. Пока, во-первых, пока не сойдет. И во-вторых, затеяли реорганизацию зимой. Всех поувольняли, некому убирать. Ни дворников, никого нету. Все. Да, вот кто-то. Молодцы. Там убирают уже потихонечку возле подъезда. Казалось, нет дворников, нет никого. Вот тоже дерево все развалилось. Такая вот березка вся. Ну и все, ее срежут. Вот такое дерево. Причем с корнем. Вот с корнем. И здесь так тоже все валилось. Вот надо отдать должное, вот по этой дороге едут машины. Едут машины, и здесь только могли идти пешеходы. И машины останавливались, ехали очень аккуратно. Никому не бибикали. То есть были очень-очень вежливые люди. Вот мы лишились нашей зелени и наших легких. Сосны мои любимые, вот как полегли. Прямо с корнями. С корнями, вот. Это умное дерево. Она распускается позже всех. И вот у нее какие-то такие вот интересные, такие вот бархатные, коричневые бархатные, не знаю, не видно. Вот, видно. Такие красивые. Почки такие красивые, бархатные. Сейчас у нас 7 часов утра, и вот армию привлекли к работе. Убирают ребята. И здесь все будут убирать. Таскать. Пилят там.
пилят, таскают. Вот. Да, вот нормально. Убирают это все. Пилят, режут.